Здравствуйте, с вами Марина Романюк. В ближайшие полчаса вместе с моими коллегами расскажем вам о том, как прошла неделя в городе. Смотрите в выпуске. Проблема транспорта. С чем связано долгое ожидание общественного транспорта, на которое жалуются рязанцы? И как решить этот вопрос? Выясняли за круглым столом представители власти и перевозчики. Чтобы спать спокойно. Стартовала декларационная кампания, о нюансах которой узнал Максим Васильев. «Лови мгновение» – пожалуй, девиз импрессионистов, чьи картины можно увидеть на почтовых марках Музея молодежного движения. Необычную выставку посетил Валерий Седов. В торгово-промышленной палате встретились представители власти и коммерческого транспорта, чтобы обсудить назревшие вопросы. Жители облцентра в последние месяцы жалуются на невозможность уехать на общественном транспорте в спальные районы. Эта встреча состоялась в торгово-промышленной палате в связи с тем, что количество обращений горожан значительно увеличилось. Добраться до работы из спального района или наоборот, уехать с работы обратно домой – целая история. Ведь ждать общественного транспорта на остановке порой приходится часами. А дальше проблема – попасть в приехавшую, наконец, машину. Ведь точно так же ее ждали десятки людей. И транспорт оказывается забитым до отказа. То есть рязанцев даже на первом месте сейчас не столько не устраивают дороги, сколько не устраивает транспортное сообщение. Нам хотелось бы сегодня, без каких-то там нападок, взаимных обвинений, без выяснения отношений, потому что это ни к чему хорошему не приведет, а поговорить, как ситуацию улучшить. Затронутые в ходе круглого стола темы – острые проблемы и перевозчиков, это продление договоров, ремонт дорог, выплаты по лизингу, невозможность вовремя сделать ТО. В городе этим занимаются всего две организации. Трудности в страховании и вопросы, беспокоящие пассажиров, продление некоторых маршрутов и сокращение интервалов движения. Все эти вопросы требуют безотлагательного решения, ведь коммерческие перевозчики сегодня составляют 60% транспорта в городе. Ударом для перевозок стала пандемия. В связи с сокращением пассажиропотока уменьшилось и количество рейсов. Однако после отмены ограничений расписание движения так и не вернулось к исходному. Еще одна проблема носит экономический характер. Некоторые маршруты являются экономически невыгодными для перевозчиков. Ирина Черноусова отметила, что управление транспорта города готово к любому диалогу и обсуждению, но сами перевозчики не очень активно вступают в переговоры. Всем перевозчикам по нерегулируемому тарифу выдано расписание. Но, к сожалению, это вот как раз к вашему вопросу активности перевозчиков. Но у них, скажем так, инициативность по внесению изменений в это расписание, да его корректировку, она не очень высокая. Но не все перевозчики в настоящее время выходят с инициативой той же самой корректировки, если они видят, что сталкиваются с определенными проблемами его реализации. Специалисты подразделения ежедневно в утренние и вечерние часы проводят мониторинг на конечных остановочных пунктах, где проверяют количество вышедшего на линию подвижного состава, его наполняемость, соблюдение перевозчиками расписания движения. Особое внимание уделяется качеству работы автобусов в период с 21 до 23 часов. По словам Ирины Черноусовой, в последнее время количество жалоб, поступающих от жителей отдаленных районов, значительно снизилось. Работа с коммерческими перевозчиками будет продолжена. Ежегодные заботы садоводов и огородников. В самом разгаре многие рязанцы готовятся к началу посевного сезона. Не секрет, что найти хорошие семена для будущего урожая огурцов, свеклы, моркови и других культур затруднительно. Поэтому партия ЛДПР ежегодно дарит жителям региона наборы с наиболее распространенными семенами садово-огородных культур, адаптированными к климату средней полосы. Грядка Жириновского – ежегодный проект партии ЛДПР по раздаче наборов семян дачникам и садоводам. Каждый житель Рязанской области может получить их бесплатно. В один набор входят семена моркови, огурцов, редиса, петрушки, укропа и свеклы. На обратной стороне упаковки расположен посевной календарь. Акция проходит с 5 апреля до конца месяца во всех трех приемных ЛДПР в Рязани. Это главная штаб-квартира на Вокзальной 11, где находится приемная депутата Государственной думы Александра Шерина. Также упаковки семян можно получить по адресу Октябрьская, дом 13 и на улице Полетаева, дом 29А. Можно семена будет получать в области, там, где действует приемный ЛДПР, и там, где мы в течение всего месяца будем ездить агит-поездами, агит-автобусами для распространения этих семян. Мы будем заранее давать объявление, в какой населенный пункт, в какой район движемся, обязательно следить за социальными сетями, и вы также сможете получать семена и в области, в населенных пунктах. Хороший урожай, семена проверены, стандартизированы, имеют все сертификаты.
сертификаты. И именно поэтому они пользуются популярностью, поэтому спрашивают про них люди, что они уже дали хороший урожай не один, и не два, и не три года, уже много лет. Инициативу лидера партии Владимира Жириновского по распространению таких подарков широко поддерживает общественность. Некоторые рязанцы поделились опытом прошлых лет по выращиванию семян от ЛДПР. 100% схожесть. Редиски было тьма тьмущая, петрушка полным-полно было, укропа было полно. Не столько это, прям так сказать, ну, материально, но морально очень. Приятно, что не забывают огородников. Пожилые граждане, все, кому я говорила, они все будут рады получить вот этот такой подарок. ЛДПР позиционирует себя как народная партия, стараясь обращать внимание на различные сферы жизни граждан. Каждый четверг с 3 часов дня до 6 вечера депутат городской думы ведет прием граждан. В ЛДПР выделили 3 основных проблемы, которые сейчас беспокоят горожан. Плохая работа системы ЖКХ. То есть у одних заливает, у других крышу сняли и ушли. У третьих излишне начисляют коммунальную плату, бывает. То есть действительно бывает, что отключают на 2-3 дня что-то воду, а потом люди видят, что полностью взята плата. Очень часто люди просят по поводу, связанного так или иначе с медициной. То есть бывает, что нет возможности инвалидам получить положенные лекарства, потому что не произвели закупки, что-то еще. Бывает, что люди обращаются по необоснованному отказу в присвоении инвалидности. И третий вопрос в основном – это с детскими садами, со школами. К сожалению, детских садов и школ в Рязани по-прежнему не хватает. Любой гражданин может в произвольной форме изложить свою проблему на бумаге и отнести ее в будний день в отделение партии, расположенное поблизости. Документ зарегистрируют и начнется работа. Так, проблемы с переводом в другое учебное заведение, расположенное ближе к дому, решаются в половине обращений. Споры с ЖКХ почти всегда разрешаются в пользу людей. К тому же сейчас из-за пандемии гражданам приходится устанавливать свою инвалидность удаленно, что весьма проблематично. Однако и с этим в партии помогли уже многим людям. Представители ЛДПР настроены на то, чтобы защитить людей и дать им веру в лучшее будущее. Возвращаясь к акции «Грядка Жириновского», которая сейчас проходит, стоит сказать, что представители партии доставят семена во все районы области. Узнать о том, когда приедет автопоезд ЛДПР и о графике работы отделений можно по телефонам 3-7-306, 3-7-305, 3-7-304. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В России стартовала декларационная кампания. До 30 апреля отчитаться о доходах в первую очередь необходимо тем, кто в прошлом году совершал сделки купли-продажи, и тем, кто получал доход от сдачи квартир под наем. В новом налоговом сезоне появились некоторые нюансы, о которых знает Максим Васильев. 30 дней на декларацию – это своеобразный обратный отсчет для тех, кто что-то продавал. Понятно, что платить нужно не всем. Главный ориентир – минимальный срок владения. По автотранспорту это 3 года, по недвижимости – 5. Но есть нюансы. 3 года – это тот срок, который установлен для 4 ситуаций. Первая ситуация – право собственности на объект, который вы продаете, получено в результате приватизации. Вторая ситуация – получено по договору дарения или наследования от лиц, не являющихся близкими родственниками. Это тоже очень важный момент. Третья ситуация – объект перешел к вам по договору ренты. И четвертая ситуация – если вы продаете единственное жилое помещение. Вот это новинка 2021 года. Тем, кто продал квартиру после 5-летнего пользования, ничего никому писать не нужно. Все будет учтено автоматически. Перечень тех сделок, за которые все-таки нужно отчитаться, широк. Это и продажа ценных бумаг, и торговля долей в уставном капитале, и всевозможные выигрыши в лотерею и тотализатор. Забывать нельзя, как и опаздывать с подачей. В первую очередь, те, кто представит декларацию позже установленного срока, да, но тем не менее это сделают, да, они в любом случае будут обязаны заплатить штраф. И минимальный штраф, который может быть, это 1000 рублей. Даже если в декларации нет налога к уплате. Если есть налог к уплате, соответственно, сумма будет уже исходя из этого. А теперь информация малоприятная для тех, кто вообще не намерен заполнять форму 3 НДФЛ. Штрафом уже не отделаться. С этого года у налоговой службы появилась опция самостоятельного начисления. Называется «Бездекларационный порядок работы с доходами физических лиц». Схема проста. Инспекторы определяют 70% от кадастровой стоимости объекта, вычитают 1 000 000 и остальное умножают на 13%. А доказывать что-то постфактум, как известно, дело неблагодарное. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанском музее истории молодежного движения открылась филателистическая выставка под названием «Лови мгновение». Она посвящена художникам-импрессионистам.
Всего на нескольких витринах уместились марки с работами известных художников. На выставке побывал Валерий Седов. Картины Клода Моне, Ван Гога, Мэри Кэссет могут уместиться буквально на ладони. Вот они, маленькие марки под стеклом. Все тематически разложены по художникам, и каждая разных форм и размеров. Это «Танец в деревне», работы Пьера Агюста Ренуара. Мы ее также можем найти в наших подборках. То есть вот она. Филателистическая выставка «Лови мгновение» открылась в Музее истории молодежного движения в конце марта. Это марки, на которых представлены лучшие шедевры художников, творивших в стиле импрессионизма. Сама выставка будет состоять из двух частей. Первая уже представлена в музее, вторая сменит ее через несколько недель. У нас есть Анри Матисс, у нас будет Пол Сезанн во второй части и много других художников. То есть мы продумали нашу экспозицию таким образом, чтобы она не пересекалась по содержанию с картинами, которые представлены на экспозиции музея. Организаторы выставки – Владимир и Алексей Туарменские, отец и сын. Туарменский-старший заинтересовался филателией, когда нашел коллекционный альбом марок своего деда. С тех пор традицию продолжил и заразил увлечением и своего сына. Каждая марка, она представляет собой сгусток информационный. То есть на очень ограниченном пространстве такое очень серьезное, значительное содержание. На выставке представлено 87 экспонатов из 30 стран мира. Она будет работать на протяжении 2 месяцев. Дважды экспозиция будет обновляться. Увидеть ее можно в Музее истории молодежного движения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Музыкальная школа из Мурмина совершила настоящее путешествие в Сочи. Для коллектива и воспитанников это событие, которое стало возможным благодаря компании «Резур». В городе Сочи проходил турнир «Славься, Отечество», на который были отправлены наши дети. Никогда родители и дети Мурминской детской музыкальной школы не выезжали за пределы Рязанской области. Это был прорыв. Выехали целый коллектив, солисты и получили все результативные места. Показали себя. Там в Сочи нас услышали, услышали Мурмина, Мурминскую школу. Есть такие многодетные семьи, есть мамы, которые воспитывают одни детей. И у нас в нашем коллективе такие были. У нас дети и родители не все смогли в полной мере как бы оплатить вот эту поездку. Для троих детей выделялись деньги, чтобы помочь им в этой поездке. И мы обратились за спонсорской помощью. И такую спонсорскую помощь нам оказал директор компании «Резур» Корлюков Андрей Юрьевич. Мы ему очень благодарны. И без его помощи, можно сказать, некоторые номера рабы просто были сорваны. Это так было все интересно. И на Красную Поляну, и Роза Хутор посмотрели, и Олимпийские объекты, и поющие фонтаны, и искупались в бассейне. От души хотим поблагодарить Андрея Юрьевича, директора компании «Резур», без которого наша поездка не состоялась бы. Андрей Юрьевич, спасибо вам. Спасибо! Громкие звуки, доносящиеся от соседей по дому, которые, к примеру, бурно празднуют день рождения или делают ремонт, часто становятся яблоком раздора между жильцами. В настоящее время установлены определенные рамки, в которые запрещено превышать допустимые пределы шума по ночам. Теперь же подобные тихие часы хотят ввести и днем. Звуки дрели, молотка, громкая музыка, крики и грохот мебели. С этим сталкивалось большинство россиян, проживающих в многоквартирных домах. Подобный шум не только мешает хорошо выспаться, заняться учебой или работой, но и при выполнении повседневных дел подрывает психику соседей, вынужденных слушать грохот. К счастью, давно придуман закон для того, чтобы соседи между собой не решали вопросы, связанные с шумом на кулаках, и регулировали проблемы цивилизованно. В нашем регионе сейчас определено время тишины с 11 вечера до 7 утра. Нарушителей ждут штрафы. Предусмотрены штрафы. Штрафы по физическим лицам от 1000 до 2000 рублей, по юридическим лицам от 5000 до 10000 рублей. И, соответственно, жаловаться необходимо, если нарушается уровень шума, какие-то вечеринки у вас соседи проводят, то в полицию. Полиция все приедет, зафиксирует и оформит административный протокол. Если к ночному времени тишины рязанцы постепенно привыкли, то теперь, возможно, появятся и дневные часы, свободные от шума. Законопроект одобрило правительство Рязанской области, после чего его должны рассмотреть в областной думе. Законопроектом устанавливаются периоды времени, на которые распространяется действие закона. С 22 часов до 8 часов.
Кроме того, предлагается ввести период тишины с 13 до 15 часов в целях защиты прав граждан с малолетними детьми, которым требуется дневной сон. Остается ждать, как к появлению сиесты отнесутся ремонтники, заработок которых напрямую зависит от выполненных работ. Видимо, им придется переносить все шумные манипуляции на другое время. А уже сейчас молодые мамы обрадовались появлению новости о дневном времени тишины. Я как мать, в принципе, немножечко поддерживаю все-таки это решение, потому что я сталкивалась с огромным количеством людей, которые жалуются действительно на ремонт и шумы вокруг. Девчонки действительно жалуются о том, что все эти лишние шорохи, топоты, там, дрели и так далее очень сильно мешают днем. И как бы, ну, тут можно понять две стороны, и ту, и другую сторону, но мне кажется, что это нужно нам. Укачать, там, уложить ребенка достаточно сложно в обеденное время, все дети у всех разные. Родители малышей отмечают, что часто необходимо потратить много нервных клеток на то, чтобы уложить детей. Так что сопутствующие шумные звуки не только не дают спокойно спать малышам, но и еще больше давят на психику взрослых. Мамам же тишина в обеденные часы также может пойти на пользу. Они смогут отдохнуть, уделить время себе или домашним делам и наполниться новой энергией. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Зима постепенно отступает. В Рязани можно наблюдать, что на некоторых улицах города снег совершенно исчез. Однако под деревьями он тает намного дольше, поэтому в парках продолжаются работы по благоустройству. Ежедневно там проводится уборка для того, чтобы граждане могли с удовольствием проводить время. Десяток рабочих, спецтехника, противогололедная смесь. Так удается поддерживать красоту и опрятность верхнего городского парка постоянно. Это место давно стало излюбленным для рязанцев. Здесь часто гуляют влюбленные пары, родители с детьми, а пожилые граждане летними вечерами приходят сюда на танцы. После того, как парк начали модернизировать, находиться здесь стало еще приятнее, даже в холодное время года. Пока зима отступает, сотрудники дирекции благоустройства города помогают лишнему снегу и образовавшемуся льду покинуть этот парк. Ежедневно здесь проводится удаление наледи, обработка противогололедной смесью и механизированная уборка пешеходных дорожек. Поскольку в этом парке каждый день гуляют дети, способные подобрать любой мусор с земли и попробовать его на вкус, здесь необходимо следить за чистотой. Таким образом, в сквере соблюдаются не только санитарно-эпидемиологические нормы, но и поддерживается эстетический облик парка. Производится ежедневная уборка урн, сбор случайного мусора. Подобная работа проводится во всех городских парках, которые с каждым годом становятся более привлекательными благодаря появлению новых арт-объектов, детских площадок и мест для отдыха. Устранение наледи и уборка снега продолжится до тех пор, пока зима окончательно не покинет наш город. А дальше сотрудники благоустройства города займутся озеленением территорий. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С наступлением весны в Рязани тает не только снег, но и фасады жилых строений. За последнюю неделю от горожан поступило несколько жалоб о разрушении фасадов. В основном это происходит в жилых домах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Улица Дзержинского, дом 73. В этом жилом доме расположены также магазины, аптеки и прочие учреждения. Здесь на протяжении нескольких лет разрушается фасад. Об этом говорят сами жильцы. Некоторые фрагменты падают на пешеходную зону, что, несомненно, опасно для жизни и здоровья горожан. После недавнего обрушения опасную зону возле дома огородили красной лентой. Не все обходят ее стороной, и многие считают подобные условия неприемлемыми. Плохие, но вы же видите, все сыпется. Неудобно, по проезжей части идет. Мало ли что может случиться. Конечно, неудобно. Максимально неудобно. Да, очень неудобно. Россия, что сказать. Горожане отмечают, что многим домам в Рязани требуется реставрация. Кроме того, некоторых проблем можно вовсе избежать, если хорошо ухаживать за строениями. Реставрацию проводить, чинить. Своевременный ремонт, как минимум. В городе, да, не редкость. Не редкость. Особенно не то, что в городе, а вот на окраинах. Там вообще караул, кошмар. Там пройти невозможно нигде. На улице Дзержинского дело дошло уже до аварийного обрушения. Однако здесь пока никто не занимается восстановительными работами. Кроме того, в управляющей компании не скрывают своего раздражения на назойливых жильцов дома. Сегодня жители позвонили.
звонило уйма количества. Это просто невыносимо. И каждый спрашивает, когда у нас будут делать. Жильцы имеют право знать, когда в действительности здание будет приведено в порядок, а ходить рядом с ним станет безопасно. Там уже были наши работники, они все, что аварийное, они все посковыривали, все, весь фасад почистили для того, чтобы люди уже как бы ходили, не боялись. Там все огорожено у вас. Пока управляющая компания не планирует делать текущий ремонт, а предлагает продолжить обходить здание по проезжей части вдоль машин и ограждений, дожидаясь капитального ремонта дома. Иначе будут все ходить опять под окнами. Там же неизвестно, когда что будет вываливаться. То есть неизвестно. Или вы все-таки убрали так, чтобы не вываливалось? Непонятно. Убрали так, чтобы не вываливались. Но неизвестно, будет ли вываливаться, да? Ну вы вот можете вот угадать, вывалится там кирпичик еще или нет? Это никто не может предсказать. Никто и не ожидал, что у вас фасад посыпется. Пока в управляющей компании гадают, вывалятся ли новые кирпичи, одновременно с этим там пояснили, что из Зеленой Рощи в фонд капитального ремонта было отправлено письмо с просьбой о переносе сроков капитального ремонта фасада на ближайшее время, то есть на этот год. Остается надеяться, что разрушающийся фасад никому не навредит, а пешеходы не окажутся под колесами автомобилей, обходя этот дом. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанский художественный музей имени Пожалостина в конце марта отпраздновал свой день рождения. Более чем столетняя история, богатейшая коллекция и современные выставки. Такая роскошь доступна каждому рязанцу. Когда-то эти залы были предназначены для учащихся. Здание построено как мужская гимназия. Сегодня же прекрасный памятник времени хранит 12 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства 15-20 веков разных видов и жанров. В этих залах подлинники Коровина и Айвазовского, а постоянные экспозиции позволяют познакомиться с представителями современного искусства. Мастер-керамист Галина Сметанина вдохновляется народным, этническим. И в ее руках глина превращается в волшебные произведения искусства. Эту флейту она создала по запросу археологов, нашедших обломок инструмента во время раскопок. Флейта получилась точной реконструкцией своей древней родственницы. Прикладное искусство прошлых веков представлено в музейной экспозиции интересными экспонатами. Скажем, фарфоровые статуэтки. Наряду с посудой в 19 веке были популярным видом творчества. Конек Горбунов. 19 лет написал Ершов это произведение, показал Пушкину, сказки которого уже были популярны давно. И Александр Сергеевич прочел эту сказку, вздохнул с облегчением и сказал, теперь этот род занятий мне можно оставить, есть на кого. И вот такой сочный, звучный триптих в фарфоре Дулевский фарфоровый завод представляет, и наши юные зрители, конечно, увидели здесь образ главного героя. Здесь же в отделе народно-прикладного искусства фигурки гоголевских персонажей, которые стали прототипами для традиционного представления галереи образов писателя. Придумал их рязанский мастер иллюстрации Баклевский. Немало легенд связано с экспонатами этих залов. Например, есть зеркало, выполняющее желание, и картина, покидающая свою рамку. Перед вами баронесса фон Дергард. Рассказал нам о ней представитель австро-венгерской школы живописи, очень талантливый художник Фюло Ласло. И, наверное, многие из вас знают, что этот образ окутан множеством легенд и тайн. Загадочное выражение лица. То улыбающееся, то готовое расплакаться, то насмешливое. Пытались объяснить углом падающего света. Тем же самым оптическим эффектом рационально объясняют и то, что образ выходит из рамки в определенный закатный час. В чем загадка баронессы, неизвестно. Но для ценителей живописи это прекрасный образец искусства начала 20 века. А вот современной живописью, в основном с представителями авангарда, нас знакомит известный во всем мире коллекционер Дудаков. Часть своих богатейших коллекций он привозит в художественный музей практически регулярно, благодаря чему рязанцы получают уникальную возможность прикасаться к мировым шедеврам. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Больше новостей смотрите на сайте телекомпании и в социальных сетях. Всего доброго!